Мы военнослужащие из Донбасса. Обычные работяги, блядь, дети нам. Мы энергетики. Энергетики, блядь, заводчане, блядь. 18 оказались на территории России с оружием. 18-летних, блядь. Я, блядь, в жопе, нахуй. Нас все тут нас полегло. Что мы здесь делаем? Нас много полегло. Мы на Сумах, блядь, какого-то хуя. Есть на Ютубе видео, где наших товарищей взяли в плен. На Сумах мы вообще были как в подковье просто и все. Нас поставили. Нас погибло очень много. Так что и что мы здесь делаем? Знаете правду. Министерство обороны РФ о нас понятия не имеет, что мы здесь делаем. Нас кидают в жопу. Нас незаконно завезли в Российскую Федерацию. С ночами возили. С оружием, без документов, без нихуя. Вы просто верните нас назад. Нас с автоматами ставят против градов. Артиллерии, минометов. Просим распространить. Автоматы 40-й побед. Которые не стреляют, нихуя, блядь. Обычных студентов, блядь, Инакиева на связи, блядь. Горловка на связи, вся Денерия на связи, блядь. Шахтер старый Снежное. Всех кинули, блядь. Сказали, умирайте, блядь. 119-я дивизия, 4-й батальон. Первая, вторая рота.